Первый весенний месяц традиционно ассоциируется с Международным женским днем, который в России отмечается уже больше века. Каковы составляющие женского счастья? О каком подарке мечтает женщина 8 марта? Эти вопросы мы подготовили для нашего уличного опроса. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Дарья. Даша, скажите, а женское счастье, его составляющие какие? Для меня женское счастье – это семья и дети. Я сейчас нахожусь в положении, жду второго сыночка. У нас уже есть один, вот ждем прибавления. Ну, я думаю, то, что для девушки самое счастливое – это будет найти хорошего парня. Ну, чтобы он был добрый, заботливый. Ну, чтобы он покупал девушке, ну, там, все, что она хочет. Ну, и, наверное, и все. Составляющая женского счастья. Ну, прежде всего, наверное, семья. Год семьи идет. Семья – самое главное для женщины. Чтобы были все здоровы. Дети, внуки, побольше внуков. Хобби, любимое хобби должно быть. Обязательно. Ну, конечно же, работа. Ну, наверное, любимый мужчина должен быть все равно. Обязательно. Женское счастье, оно очень многогранное. Самое главное – дети, внуки счастливы, чтобы были. И здоровье, конечно. И в преддверии праздника всем здоровья, всем женщинам здоровья. И мужчинам, чтобы могли женщинам давать то, что им хочется. Женское счастье, мне кажется, это семья и дети все равно. Сейчас мужчина дарит цветы, подарки, это, конечно, очень приятно. Но главный подарок, это, наверное, все ждут женщины, внимания от мужчины. Это главное. Мне вот духовный отец говорил, что ну, такая иерархия должна быть. Это Бог, мужчина и женщина. Если кто-то из этой иерархии выпадает, например, женщина главенствует над мужчиной, это уже ничего хорошего не будет. Если нет Бога в отношениях, божественного какого-то начала, то это тоже будет несчастливая семья. Поэтому цветочек – это приятно, но цветочек – это ведь какая-то часть опять мужского внимания. Женщина – такой немощной сосуд, который чем наполнишь, то и отдает. Если ты наполнишь ее грубостью или каким-то плохим отношением, обидой, изменой, то, конечно, от женщины тоже ожидать хорошего не приходится. Но мужчины сразу берут от нас на свой счет, что-то вы меня обидели, да? Ну, такая, конечно, вечная тема, извечный вопрос, но все равно хочется чего-то радостного, хорошего. Ну, праздник – это хорошо. Праздник весны, вот, главное, вот весна, солнышко, все вот такое. А цветы дарите друг другу? Нет, я дочери, она не любит цветы, вот такие. Она любит лучше в горшке, вот такие. А такие же она не любит. Что, три дня постояли, выкинула все. Ну, вы дарите ей горшки цветы? А она сама выращивает, у нее всякие свои есть. А какие подарки ждете на 8 марта? Слушайте, кроме цветов, не знаю, цветы, духи, больше не знаю чего. Да, я считаю, что все-таки мимозы, самый весенний женский цветок, тюльпаны и мимозы. Как-то сразу весна, солнышко, ярко. Всех женщин с праздником с наступающим. Всем счастья, здоровья, мира, солнечного настроения, таким как мимоза. Подарок на 8 марта, как вы мечтаете? Нет, я уже не мечтаю. На подарки на 8 марта, так как у меня уже есть большой подарок, это у меня дочка родилась 8 марта. Это самый большой подарок для всей нашей семьи и для друзей, как говорится. Вот. То есть у вас двойной праздник? Двойной праздник. Я не мечтаю о подарках. Я очень люблю, когда мне дарят цветы. И поэтому, если без всяких подарков просто цветы, это уже подарок. Замечательный, хороший подарок. А сами пытаетесь угадать, что хотят там ваши близкие, женщины на 8 марта? Ну, какие подарки сами готовите? Ну, стараюсь, во-первых, предварительно спросить, что бы хотелось. А в основном, ну, сладкие какие-то подарки. Конфеты, коробочки конфет красивые, чай вкусный. Очень люблю, когда мне дарят чай, я тоже люблю дарить чай. Потому что мы с подружками часто чаепитием занимаемся. Вот. Очень хороший подарок, считаю, билет в театр, допустим. Вот сегодня мы собираемся в театр, не на премьеру, нет, просто на спектакль. Вот давно задуманное посещение, поэтому вот в преддверии праздника, это вот для нас праздник тоже, посещение. Когда сможешь одеться красиво, почувствовать себя женщиной, сделать прическу, макияж и все прочее. Вот такой праздник женский.
Да все есть. Все. В принципе-то все есть. Так-то. Ну, цветы, розы, наверное. Вот жду от сына букет цветов. А так-то все. Вопрос выбора подарка остро встает в эти дни у наших мужчин. Но они, конечно, знают, как порадовать своих женщин. Хозяйство сделаешь, шоколадку подаришь, конфетки. И все остальное. Букет, если когда как. Все. А тяжело женщинам выбрать подарок? Ну, каждый год все тяжелее и тяжелее, потому что запросы разные. Всегда хочется чем-то удивить. Ну, получается? Бывает, получается. Вроде не обижались. Цветы будут обязательно, а так подарки уже приобрели, будут. А всем главное – мирное небо над головой. Вот это самое главное. В нынешнее время сейчас тяжело с этим. Хотелось бы, чтобы все наладилось, люди поняли, что жизнь прекрасна. И всем желаю, женщинам, быть веселыми и, как сказать, счастливыми, скорее всего, да. Участницы нашего весеннего опроса оказались едины. Для счастья им необходимы крепкая семья, дети, а еще увлечения, хобби, с которыми жизнь становится ярче и интереснее. Но главное все же не пытаться искать счастье в других людях, а находить его в себе и уметь радоваться даже мелочам. Светлана Баварская, Александр Кириллов, телеканал Фурманов ТВ.